Всем привет! Сегодня мы с вами будем разбираться вот с таким вот экспонатом, который называется центробежная дорога или же мертвая петля. Центробежная дорога – это простая установка, помогающая разобраться в переходе потенциальной энергии в кинетическую. В мертвую петлю можно поместить шарики различной массы и размера. Для начала запустим самый большой шарик, установив его в наивысшей точке центробежной дороги. Опустив, мы видим, как шарик с легкостью преодолевает петлю. Из школьного курса физики мы помним, что энергия шарика в начале дороги будет напрямую зависеть от массы шарика и от высоты подъема. Если поместить шарик на высоту мертвой петли, то шарик оторвется, не докатившись до наивысшей точки подъема. Ответ на вопрос «почему?» лежит в том, что движение шарика состоит из поступательного и вращательного движения. В мертвой петле в момент отрыва шарик сохраняет энергию вращения. Можно также поэкспериментировать с шариками меньшей массы. Мы видим, что высота подъема должна быть в 2 раза больше высоты мертвой петли.